Я, когда в первый раз услышал обвинение, или что министр полиции по политической полиции Андрей Настась обращается в Генеральную прокуратуру для того, чтобы расследовать какие-то мои незаконные деяния, это был в четверг вечером, я на следующий день купил билет и прилетел в Молдавию. А вы еще только не были в Кишиневе? Я не был в Кишиневе, у меня были другие планы, у меня были экзамены. Я должен был остаться, сдавать экзамен, но я специально все оставил и пришел, чтобы меня пригласили и чтобы меня спрашивали, какие, или задавали вопросы, или чтобы мы вместе с прокурорами даже, неважно с кем, разобрались, какие есть непонятные ко мне вопросы, или в чем они думают, что я где-то нарушил закон.